На календаре уже 23 декабря, а значит, до Нового года остались считанные деньки. Самое время отвлечься от будней с их постоянным круговоротом дел и уделить внимание таким приятным предпраздничным хлопотам. Присмотреть подарки, продумать меню или выбрать лесную красавицу ель. Скоро новогодние праздники, дети ждут чудес. И мы решили, что аромат живой ели, наверное, ничего не заменит. Аромат, да и вообще Новый год, наверное, ощущение. Хочется, чтобы... Волшебства хочется, да. Поэтому... Чтобы было что-то натуральное, искусственное уже немного надоели. Одни больше ждут Нового года, другие – Рождества. Но все мы в это время испытываем похожее чувство радостного ожидания праздника, новых встреч и перемен к лучшему. Конечно, мы ждем Нового года, да? Зимние сказки, чудо ждем. Встреча всегда с семьей, теплые воспоминания о прошлом годе, ну и надежда на хороший Новый год. Как всегда, снег, мороз, елка, улыбки. Идеальная зимняя погода, конечно, это как сегодня. Морозик, солнышко, сухо, свежо. Для меня сейчас, если сюда снега присыпать больше, то это вот для меня идеальная погода будет. А мороз не пугает? Так он еще небольшой. Не сильно, да. Ну, то есть до минус 10 – это нормально. Настоящая зимняя погода. Куда же без нее? Но декабрь не такой уж предсказуемый в плане погоды месяц. Об этом говорят температурные рекорды Брестского региона. Абсолютный максимум температуры в декабре отмечался 5 декабря 1961 года. В Бресте воздух прогревался до 14,5 градусов. Это и был абсолютный максимум по всей области. Абсолютный минимум температур наблюдался в 1966 году в Ганцевичах. Воздух охлаждался до минус 30,7 градуса. В Бресте же было 31 декабря 1969 года минус 25 с небольшим градусом. А вот ближайшие дни сюрпризов от погоды ожидать не стоит. В пятницу мороз немножечко отпустит, ночью минус 5, минус 10, при прояснениях до минус 13, а вот днем при прохождении теплого фронта ожидается оттепельная погода и от минус 2 до плюс 3 градусов. В субботу в течение суток сохранится такой характер погоды. Температура воздуха минус 3, плюс 2 градуса, лишь ночью местами возможно до минус 7. И в воскресенье вновь температурный фон немного понизится, и ночью ожидается минус 6, минус 11 при прояснении до минус 15, днем минус 2, минус 7 градусов. Есть предварительный прогноз на предновогоднюю неделю. Ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Будем надеяться, что новый 2022 год мы встретим с легким морозом и пушистым снегом.